Латвия вступает в зону евро. С 1 января будущего года она станет 18-й страной зоны действия единой европейской валюты. Деньги, находящиеся на счетах у населения, будут бесплатно и автоматически конвертированы в евро по курсу Банка Латвии. Произойдет это ночью 1 января. Примечательно, что появление новой валюты не одобряет около половины населения страны. Другие же относятся к этому событию весьма равнодушно. Грустно, конечно, что лата больше не будет. Что же касается перехода на евро, как это произойдет, то это меня совсем не волнует. Многие в Латвии опасаются роста цен. Если цены не вырастут, конечно, да, но будем надеяться, но вообще боюсь, что вырастут. Как было во всех странах до нас, которые переходили, у всех цены вырастали. Вырастут они, скорее всего, у нас. Это плохо. Итак, Латвия становится 18-й страной зоны евро. До нее в 2011 году к еврозоне присоединилась Эстония. Там, в отличие от Латвии, переход на евро поддержало абсолютное большинство жителей страны. Недостаточно позитивное отношение населения Латвии к евро объясняется не только ностальгией по лату, но и кризисом в еврозоне, который продолжается в течение ряда лет. Тем временем кондитерская фабрика выпустила печенье в виде однолатовых монет.